Всем привет! Вы на канале у Патрисии! Это, конечно, наша Патрисия. А это моя мама. Сегодня мы будем вести челлендж вдвоем. И сегодня, я уже проболталась, у нас челлендж. Челлендж «Не выбери неправильный шарик». Конечно же, шарик. Видите, у нас здесь много красивых шариков. Что мы будем с ними делать? Слайм. Конечно же, слайм. Мы будем опять делать слайм из шариков. Нет, там внутри. То, что внутри. Мы сделаем сегодня не просто «Не выбери неправильный шарик», а мы сделаем пауза слайм. Челлендж «Не выбери неправильный шарик». А почему пауза? В прошлый раз у нас тоже был челлендж пауза. Но наша Патрисия продула почистую. Ты помнишь? И она решила отыграться сегодня. Да. Так, папа, вот папа подемонстрировал. Пауза, девочки. Так, это так, проверка. Проверка. Вы готовы? Они уже натренированы. Они уже реагируют моментально. Мы их освободим. Плей! Папа, надо предупреждать, я была не готова к такому повороту событий. Но перед этим, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайки, написать комментарии, нажать на колокольчик. Теперь наша задача выбрать, кто первый будет выбирать шарик. Как мы это сделаем? На каменную бумагу. У меня есть другая идея. Давай сегодня сделаем это с одной прикольной игрой. Мы с тобой уже в нее играли. Она называется «Потяни морковку». Правила такие, Патрисия. Кто первый, у кого у первого кролик выскочит и побежит? А куда он побежит? Мы нажмем на паузу и остановим его. Да, как только, папа, ты увидишь, что он начинает убегать, ты сразу ставишь говорить. Кролик, пауза! Кролик, ты готов к такому испытанию? У кого первый этот кролик, значит, выскочит, та и победила. И начинает, значит, первая выбирать. Победила. И начинает выбирать шарики. Договорились? Да. Я первая. Ну хорошо, давай начинай тянуть морковку. Первая. Так. Папа, ты готов там с паузы? Я постараюсь. Не забудь, а то кролик убежит далеко. Так. Страсти накаляются. Страсти накаляются, кто же будет первая? Ребята, самое главное... А что это ты там держишь? Люстру не разбить. Не успел я прореагировать. Папа не успел поставить ему паузу. Но я начинаю первое наш челлендж. Зато у меня больше морковки. Вот он, милаха-кролик вернулся. Первый раунд. Я выбираю... А сколько у нас? У нас будет всего 6 раундов. Я выбираю вот этот вот смешарик. Тяжеленький какой-то шарик. Что там интересно? А я выберу вот сиреневый. Так, маме попалось что-то интересное. Патрисия? Тоже у нас внутри. Я взрываю свою бомбу. Что значит взрываешь? Ты будешь вся в клее. Так, я помню, мы один раз с папой, кстати, делали уже этот эксперимент с шариками. А, да, я помню. И вот здесь, а, творилось что-то невероятное. Все было... Что-то я как-то подзабыла, как это делается, и так и влезла в это. Как? Пальцы мои все в клею. Ну, поаккуратнее. Ну, поаккуратнее. Видишь, у мамы уже такая получилась ошибка. Патрисия, пауза! Я же вся съежилась. Я думала, у меня... У меня белый клей, а у тебя... А, ты еще... А, ты на паузе? О, а что у тебя? А ну, дай посмотреть. Что-то тяжелое, может, так, что-то мама как-то играет. Интересно. Ты посмотри, Патрисия, ты поняла? Ты в паузе. Она забрала твой шарик. Может, я и твой шарик сюда вылью? По-моему, у тебя тоже клей, мне так кажется. Прикинь, если сейчас мама заберет твой клей, получится супер-дупер неинтересно. У тебя не будет вообще клея для слайма. А что, ты только а что она дергается? Она не... А ты ее уже сделал клей? Нет. Так, Патрисия проигрывает в паузе челленджа. Я проиграла, держи свой что, шарик. Можешь? Да. Но не режется, мама. Прозрачный клей. Раунд номер 2. Второй раунд. Так, в первом раунде у нас что-то пошло не так. Патрисия не смогла порезать шарик, она забыла, что она на паузе. И то, и все, все у нас сразу случилось. Итак, сейчас во втором раунде я ты начинаешь, правильно? Я пауза, Патрисия. Пауза, мама. Вот это да! Вот это да!
Как долго ты сможешь вот так простоять? Патрисия, плей. Ох, мама, мама. Мама, что ты Патрисии мешаешь? Убери свою руку. Выйти. Убери свою руку. Мама, плей. Ну и что там у тебя в шарике? Так, а я еще не выбрала шарик. Ну, я, наверное, выберу вот этот черненький возле меня лежит. Что тут интересно? Он похож на вот эту бомбу, которая взрывается. Может, у тебя ножницы не режут? Попробуй эти. О! А вы обвиняете Патрисию. Так. Мама, пауза! Так, давай посмотрим, что у Патрисии. Вау, ничего себе, у тебя клей. Вот это классно. Да. Суперовский. Ты заметила, что мама на паузе? Да. Так, мама, теперь твоя очередь. Мама совсем замерзла. Посмотри на маму, она какая молодец. Она в паузе. Челлендж, наверное, самый профессионал. Ну-ка, давай сюда свой шарик. Что тут тоже клей. Что, он тяжелый? Ну, такой, ну, нет. Мама, плей, Патрисия, пауза. А ну отдай чужое добро. Это мой шарик. А тебе, может быть, я могу выбрать тебе следующий шарик? Точно, вот эта идея. О, вот этот. Смотри, на тебе, дочура. Это Патрисия, плей. Это мой. Теперь мы посмотрим, что у вас получится. Так, а что у меня? Так, у мамы снова прозрачный клей. У меня прозрачный клей. Так, у мамы 100% получится слайм. У нее 2 раза выпал клей. У Патрисии тоже 2 раза выпал клей до этого. Одну секундочку, Патрисия уже 3-й шарик берет, получается? Да, представляешь, как она пока в паузе была и шарик успела выбрать. Все успела. Тут ничего нет. Пустой шарик? Вот это я тебе вот помогла. Прости, доча, я не хотела. Мама, пока я не сделала тебе паузу, ты можешь выбирать 3-й шарик, а то останешься без шарика. Точно, мне надо выбрать. Куда он улетел? Не знаю, вот. Так, я выбираю 3-й шарик, и я, конечно же, выбираю вот этот сиреневый. А я выбираю. Он тяжелый тоже. Ого! Подождите, это у нас уже 3-й раунд? Да. Это 3-й раунд. И у тебя 3-й, у Патрисии уже 4-й пошел. Как это вы так все как что там мы запутались? Сделали? Но ничего, всего лишь навсего у нас 6 так, раундов. Что это у меня? Ой, я сейчас опять буду... Опа! О, у меня сиреневый клей. Мама, пауза. А у меня желтый клей. Маме все равно надо сливать клей. Мама, постой в такой позе. Патрисия, пауза. Мама, плей. Так, что там у тебя? У Патрисии получится супер классный слайм. Посмотрите. Красивый, желтенький. У тебя такие цвета красивые. О-о! Патрисия себя облила. Облила. Так, Патрисия уже сделала 4 шарика, а я еще 3, значит, за мной ход. Что-то он какой-то, ничего не звенит. А мама, я бы на... Смотри, Патрисия, смотри, как у тебя сейчас волосы будут развиваться. Ну-ка, давай я тебе сделаю. Поверни сюда, Патрисия. Смотри, какой кадр. Что-то как-то я очень быстро. Я думала, сейчас будет такой эффект, у тебя волосы назад так будут развиваться, нет, красотка. Okay, раунд номер 5 осталось. 5-й раунд. 4 шарика у нас. Так, а кто у нас в 5-м раунде начинает? Ты? Я. Давай. Выбирай, какой же. Патрисия, шарик? Пауза. Так, Патрисия, в паузе. Мама, ты можешь что продолжить. Тут у тебя? Понятно. А я выберу зеленый. Патрисия, мама, пауза. Патрисия, плей. Теперь, Патрисия, так, ты можешь решать. Дай сюда. Секундочку, это твой шарик. Секунду, вот этот шарик давай. Ты взяла, да. Ты хочешь проверить у мамы? Проверяй. Чтобы твой дай шарик сюда просто не спутался. О-о, интересно. А у тебя что было? У тебя там тоже что-то звенело? И у тебя звенит. Теперь у тебя такая дилемма. Ну-ка реши, что ты тут выберешь? Больше, тут
Что ты выбираешь? Кстати, мама, ты не сказала в начале видео, что нас ожидает в этих шариках. Ты не открыла секрет. Что ты думаешь мне взять? Ну, твоя игра, твой челлендж, ты должна выбрать. Ну, я выберу этот шарик, а ты вот бери этот. На. Как на? Мама, плей. Это не мой шарик, вот мой шарик. Так, я же тебя выбрала. Так, а какой секрет я не открыла и забыла? Что у нас там, что-то нас ждет в этих шариках? Конфеты M&M Dance и маршмеллоу для слайма. Здесь все так просто. Так, а ну-ка, что у тебя там? Где-то конфетки, а где-то маршмеллоу для слайма. У меня конфеты! Патриса, Патриса, эти конфеты мы не кушаем, мы их... Кидаем, скидываем прямо в слайм, в клей. Представляешь, какая же. А может быть, у меня конфеты? У меня конфеты. Так. Та-да-да-да. У тебя буковки, ой, мам. Что у меня? У тебя бусинки, да? Бусинки с буковками. Так, как их отсюда выковырять? Вот. Опа. Дождь такой пошел у меня из бусинок. Так, Патрисия, я все видел, ты съела конфету. Не может. А ну-ка, быть. Быстренько скидывай все не конфеты может туда. Не может этого быть. Они все высыпаются. Ух тышка, вот это у тебя слаймик прикольный начинает получаться, вырисовываться. Раунд номер 6. И это последний и завершающий раунд. Завершающий и мы потом раунд. Увидим, у кого же получится слайм тебя, крутой. Да? Так, я, наверное, возьму вот этот черненький. Что-то там. Мама, пауза. Патрисия, послушай меня внимательно. Это последний раунд. Так. Я тебе дал возможность выбрать последний шарик, последний ингредиент. Так что давай, пользуйся этой возможностью. Мама, без обид. Мама, смотри, как на меня хитро смотрит. Да. Она говорит, все, я ему покажу. Все, давай быстренько режь, а то мама у тебя потом этот шарик заберет. Мама, ты еще продержишься несколько секунд? Но выбора нету. Мама, плей! Ну что, ты поменяла мне все? Что же у меня здесь, интересно? А у тебя что? Я так не хочу, это у меня... А секундочку, а это, наверное, у тебя маршмеллоу то, ты поменялась с мамой? Представляете, пока я была а на я паузе. Знаю, что у тебя. Ой, что это у меня полетело? Ой! Так, а вот они, зеленые горошки! Ой, что-то они все вылетают не туда, куда надо. Так, у мамы пенопластовые шарики зеленые. Пенопластовые шарики зеленые. А у Патрисии маршмеллоу. Да. Только они не настоящие, а специальные. Ты сама у меня шарик мой забрала, да. Я хотела этот шарик. Так что теперь пользуйся, радуйся. Кстати, это маршмеллоу для слайма, оно скорее всего и растает там, да, в этом слайме. Думаешь? Да, конечно, потому что в воде оно тает. Из него можно в воде... Мама! Извините, так вот горошины у меня все рассыпались тут. Папа, что ты делаешь? Их можно приклеить один. Ну что, а теперь... Так, ну теперь посмотрим, у кого же получился самый крутой слайм. Несмотря на такой экстремальный челлендж, на такое экстремальное начало, да. Покажите теперь свой класс. Я придумала. У меня клей это шоколад, а маршмеллоу это маршмеллоу. И вот а у тебя что еще ММДМС? Ням-ням-ням. У тебя выглядит все шикарно, конечно. У тебя прям да. Настоящий десерт. Я начинаю размешивать свой слайм. И очень надеюсь, что у меня получится. А сейчас очень... будут паузы? Очень симпатичный слайм. Все зависит слайм. От папы. Точно. Ну, сегодня папа у нас, не сильно. Паузит. Паузит. Он сегодня добренький, просто у него был день рождения. Посмотрите, точно. Какой красивый слайм получается у Патрисии. Прям такой радужный. Да, радужный. У меня тоже очень симпатичные цвета. Смотрите, на сиреневом таком фоне зеленые горошины. Очень фон. Красиво. Точно, у нас тоже сиреневый фон. Так, пришло время добавить активатора. Активаторину. Вы помните, что много активатора не добавляете? Вы же суперпрофессиональные да. Слаймеры. Ну, пожалуйста, Патрисия, уже пошел эффект. Еще не пошел. Это мне не нравится. Так, мешаем. Ладно, я сам
меня очень было... интересно, какой же у меня слайм получится. Один, два, три. Три. У меня попали все мои маршмеллоу. Я не понимаю, где они. Как они пропали? Растаяли у тебя. Ну так, пропали. Слушай, они все растворились. А это конфеты? Это, да. А это M&M's. Прикинь. А с M&M's тоже краска растворилась, и они остались все шоколадные. Да. Да? Да. Прикольно. Ага. Да, вон шоколадные конфеты. У меня получился вот такой вот нежно-сиреневый цвет. Но я этому очень рада. Фиолетовый какой-то. Сирень, фиолетовый. Ого, какие клики у мамы. Пока что мама опережает Патрисию. А ну-ка, Патрисия, показывай свои клики. Вот эти зеленые горошины шикарно прям смотрятся на этом цвете. А Патрисия с тобой поменялась. Она тебе их отдала, да? Себе взяла маршмелло, которые растаяли. Которые она не хотела. Мама! Что там у тебя? Смотри, что они на меня навешали. Мама, спасай! Ого, Патрисия половина слайма выкидывает. Подожди. Ну оторви, выброси мусорку. Что это получилось? Что? Смотри, пультовна. Потрогай это. Давай. Ну красиво. Тихо. Что, теперь Патрисия, теперь нами управляет Беатрис. И это непонятно, чем может закончиться. Пауза? Скажи, мама, пауза. Я тоже? Пауза. Вот ты двигаешься? Что ты двигаешься действительно? Пауза. Куда она двигается? Отпусти маму, скажи маму play. Play. Спасибо, дочь. А меня? Давай. Play. Пауза. Пауза. Play. Пауза. Play. Она нас так загоняет. Папа, надо срочно забирать у нее пультик. Она сейчас у тебя на паузе. Все, папа в паузе. Сделай папе плей, а то он не сможет нас снимать. Скажи, папа, плей. Плей. Девочки, теперь показывайте, на что способны ваши слаймы. То есть клики мы уже услышали. Показывайте пузыри. Мой слайм способен прилипать. Ну, это мы видим, это мы заметим. Ты выброси эту мусорку, зачем ты отдираешь? Ну, пускай будет. Так, я делаю пузыри. Так, смотрите, какой у мамы пол. Ой-ой-ой-ой. Патрисия, а ну-ка, опереди маму, сделай крутой пузырь. Куда делись действительно твои маршмеллоки? Они все растаяли. Ты сказал две. Это же специальные маршмеллоки, не настоящие. Это специальные такие штучки. Вот это, да. Мам, ну что там с твоими пузырями? У меня что-то не получается. Да что-то они у меня. Что-то у мамы пузырь не получается. Я знаю, мои пузыри на паузе. Так, пока что слушайте меня внимательно. На мой взгляд, пока что Патрисия ведет в слайме. Вау, смотрите, у Патрисии получается огромный пузырь. Клики крутые. У мамы пока что только клики. Не получается. Не получается, маму... пузыри, что случилось? А вот у Патрисии супер получилось. Вау. Я думаю, что в этом челлендже, в паузе челленджа, победила и Патрисия, и мама. Патрисия победила со слаймом, а мама победила в паузе челлендже. Так что а у вас сегодня... А у меня пузыри, и ничья. Все. Мы не делали клики. Клики делали только что. Ну-ка, смотрите, в чем прикол. У мамы, посмотрите на этот слайм. Да, он какой-то весь резина. Давайте сделаем вот такой вот вроде бы мячика. И смотрите, что сейчас произойдет. Подожди, мама, лови. Ты видишь? Нет, а у тебя он не резиновый, а у мамы резиновый. Смотри, мама, у меня резиновый. Мама, лови. Смотри, он тебя... Как баскетбольный я мяч прыгает. Ну что, сыграем в баскетбол, лови. Оп. Беатрис, лови, бросай. Пас. Папа. Давай. Пас. О, упал на пол. Мне надо и в камеру смотреть, и ловить. У меня не получилось. А у Патрисии прикольно получился слайм. Да, ты скидай.
Смотрите, он такой весь Лови. Текучий, тягучий, прикольный. Потрясающе. Не липкий вовсе. Так, дайте я посмотрю. И, и он похож на шоколад. Что они там так нахваливают? А ну-ка, стой. Да, у Патриси классный слайм. Нет, у меня морковка. Такая приятная консистенция. Это, наверное, этот цвет, он, наверное, образовался из этих маршмеллоу, которые... Да, они растаяли и дали такой темноватый оттенок твоему оранжевому. Там, у тебя какой был, оранжевый и розовый? Да. Желтый и розовый был. А, желтый и розовый. Ну что ж, ребята, на этом все. Всем пока! Мы вас любим! И если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами, будет весело! Да!